Но вначале. По факту организации эвакуации пострадавшего ребенка в Москву проводится проверка. Речь идет о мальчике из Котласского района, пострадавшего от укусов собаки. Эта история облетела сегодня все СМИ и соцсети. Как пояснили в региональном Минздраве, ЧП произошло в этот понедельник. По предварительным данным, собака, напавшая на ребенка, принадлежала семье пострадавшего. Минздрав экстренно принял решение направить мальчика рейсом санавиации в московскую клинику для оперативного лечения. Врачи там уже были готовы. Но доставили мальчика не в ту больницу, в которую планировалось. Вот что отметил глава ведомства Александр Герштанский. Цитирую. «В больнице, куда привезли ребенка, не оказалось возможности экстренно оказать необходимую помощь без привлечения дополнительных ресурсов. В результате было упущено драгоценное время, и восстановить целостность сосудов конечности ребенка уже не представлялось возможным. Рука была ампутирована». Глава областного Минздрава сообщил также, что по факту организации транспортировки и госпитализации мальчика службой санавиации Архангельской областной больницы проводится служебная проверка. И как стало известно к вечеру, главный врач областной больницы Игорь Печин уволен уже с сегодняшнего дня.